Здорово всем, родные, рад видеть вас у себя на канале. И под конец интересной недели техногенки хотелось бы записать робота. Показать вам робота, такого, которого вам еще не показывал никто. То есть колода. Почему-то в моей голове я решил, что именно вот эта колода, она будет играть. Потому что очищение на этой неделе у нас есть. Потому что у нас благословение на техногенку. После убийства босса случайная пешка очищается и увеличивает урон. Там повышает что-то... Время на увеличивается урон, скорость атаки. Ну, во, имба. Увеличивает урон и скорость атаки. Поэтому мы собираем такую колоду и с призывателем. Чтобы сделать много стаков призывателя вместе с роботом. Плюс много стаков. И все это дело должно сложиться. И почему-то мне кажется, что это будет лучше, чем с ловчим. По крайней мере, я очень сильно на это надеюсь. И очень сильно в это верю. Но также большой шанс застакаться. Поэтому прямо сейчас маленькая пауза перед началом. И вот максимально дотошно будем строить стол и пытаться показать какой-то большой урон. Друзья, хочу сказать огромное спасибо каждому, кто использует мой код автора. Этим вы реально безумно меня поддерживаете и даете какие-то силы делать розыгрыши для вас и больше интересного контента. Кто не знает, что это такое, сейчас я вам это расскажу. Переходим на сайт Market My Games, shop 125// и так далее. Ссылочка будет в описании. Без проблем на этом сайте можно купить все, что угодно. Если у вас недоступны платежи через игру, особенно тем, кто донатит с айфона, через этот сайт дешевле, чем с айфона. Поэтому пользуйтесь. Здесь есть все предложения. Можно купить как и платину. За платину можно купить все, что угодно в игре. Так можно отдельно и кристаллы, и пропуска. То есть давайте, допустим, купим с вами вот 200 платины. Нажимаем купить. Буй. Выбираем наш игровой ID, который нужен. Дальше. Вводим кодовое слово. Кодовое слово довольно простое. Але, ALE. Вот. На экране вы его также видите. Нажимаем продолжить. Здесь вы можете написать любое пожелание, которое хотите, чтобы я увидел. Дальше нажимаем продолжить. И дальше выбираем любой удобный для вас платеж, которым вы захотите рассчитаться. То есть Kiwi, Сбер, какой-то нахрен IO Money, говно какое-то, да? Ну или мобильные операторы, там всякие Билайн, МГТС, осуждаю. Ну и разные карты. После этого все, и проходит оплата. Мне приходит сообщение с вашими пожеланиями. Вам приходит та валюта, которую вы купили. Все круто, просто, мне приятно и вам не сложно. Переходим к видео. Так, полетели, и тренировка у меня грузилась в районе 10 секунд. Не знаю, с чем это связано, и мобы уже идут. То есть какой-то минимальный подлаг был. Надеюсь, таких больше за эту игру не будет. Поздороваемся, маленький саламаликум кидаем. Здесь, в принципе, все интересно. Два контрзаклятия. Стоп. Здесь копье без света. Копье без света. Я не знаю, почему он решил взять именно такое. Хорошо, поехали. Поехали. Аккуратненько прокручиваем и Зевса жать. Ой-ой-ой. Хотя, кстати, это может даже лучше будет. Что робот с лампочкой будет стоять и раскидывать всем другим лампочки. Ладно, надеюсь, это будет правильное решение. То есть я не пожалею, что оставлю именно так. Зевса тыкать мы не будем. Определенное количество волн. С целью того, чтобы не застакаться. Мы максимально будем раскачиваться сами. У нас будут появляться, надеюсь, высокие дриады. И вот этих самых высоких дриад мы будем отдавать в точки, которые у нас на Зевсе. То есть давным-давно я так играл на Задире. И я думаю, здесь точно такая же должна быть механика. Проснись. Вот, отлично, он проснулся. И... Так, хорошо, все, есть призыватель. Дриадка, отдаем ее сразу. Это тоже лишнее отдаем. И вот так будем подкачиваться. Хорошо, еще один робот упал нам в точку. Все лишнее будем просто соединять между собой. Сразу нужно сделать определенное количество призывателей. Опа, пробужденный мы оставляем. Призывателей в районе 30-35. А потом уже можно будет стакать роботов. Опять же, желать, ну, минимум 30, как максимум, ну, сейчас 80. Не знаю, получится ли сделать 80, мы, по крайней мере, постараемся. Но что-то я не думаю. С учетом того, что мы, наверное, весь упор сделаем в призывах. Сейчас этого братуху надо перевернуть, хотя здесь еще один есть. Так, давайте подкачиваем. Очень хочется нажать Зевса. Что это такое? Почему оно... Именно получилось. Так, хорошо, все.
Раз робот, два. А, у нас еще меч. У нас есть меч, который тоже надо будет скипнуть. Так. Это в точку. Здесь точки нет, поэтому смело убираем. Все остальное также просто между собой соединяем. Так, роботов 6. Уже неплохо. Это сюда. Как-то много слишком у нас мечей. Блин, слушайте, отлично. Отлично, четвертый робот. И у нас роботы стоят. Блин, а прикиньте, если бы это был режим в КВ углы. У нас 4 точки Зевса по углам. Но ни одной точки роста не пересеклось. Я только сейчас это заметил. Блин, какие прикольные точки. Как ублюдски все остальное выпало. Просто за что? Если бы хотя бы 2 точки оно еще мне пересекло, то это было бы максимально круто. Ну ладно, это не страшно. Сейчас мы будем все это дело стакать, копить мечи, накопим мечи. И потом, наверное, еще одного какого-нибудь прям высокого робота воткнем в точку роста, чтобы она не стояла без дела. Мы же в любом случае будем подкачивать. Опа, еще один, значится. Еще один пробужденный меч. Не знаю, будем ли мы его сейчас скипать. Я все-таки больше хочу призывателей наделать. Так, и вот, надел. Понимаю. Пробужденный скипнем тогда. Это сделаем так, так. Хорошо. И призывателя перекрутим в надежде на что-то адекватное. Так, этого братуху сюда. Еще один третий. Ну, пока нормально. Пока нормально. Главное держать себя в руках и сильно не тыкать на Зевса. То есть, когда я буду уже понимать, что без Зевса я не убью, тогда я уже, естественно, буду нажимать. Здесь можно подсоединить. Четвертый призыв. Надеюсь, он покрутится нормально. Опять чуть не нажал Зевса. Опа, это хорошо. Отдаем сюда. И у нас еще куча-куча свободного места, чтобы все это дело соединять. Так, 10 стаков. Стало 70. Это успех. Так, оракул. Это я зря скопировал. Особо сильно не хотел. Давайте скипнем мечи. Получим пятую дриаду, которая максимально нам сейчас очистит место на столе. Мы сделаем манап, потому что у нас их две. И это седьмой. Все, один робот, одного робота седьмого мы своими лапками собрали. Теперь продолжаем крутить все это дело. Сюда. Сюда манап у нас больше нет. Поэтому надо... Так, все четвертые. Все четвертые надо собирать, значит, по четвертой дряде. Красные мечи там все равно хорошо. И уже не хватает маны. Я думал, как-то мы очень быстро застакаемся прям. А, вон, вон, вон они где, все точки хорошие. То есть все хорошие точки у меня отобрал Влад. Понятно. Но ничего, мне кажется, что мы даже с такими точками у нас все получится. Так. Оракул, хорошо, девятый. Так, это сюда обязательно. Пробужденные мечи делают все как нужно. Еще пятерочка. Еще пятерочка. И криты, сколько там, 500 тысяч без манапов. Сейчас можно чуть-чуть дать. То, что нам понижает огнерык, я в принципе не против. Чем больше и выше он нам будет понижать ранги, тем позже мы застакаемся. А застакиваться нам нельзя, потому что мы играем с призывом. И не забывать держать также этих призывателей на боссах. Так, 34% амулет. Покрутим. Покрутился не тот, к сожалению. Пробужденный этот я, пожалуй, уберу. И уберу также вот это. 15 стаков. Повышается урон. Талант у меня все правые, то есть, чтобы максимально дамажить боссов. С левым талантом там урон по области, но босс получает не так много урона. Бронированные монстры. До сих пор во время этой плашки ничего не соединяется, к сожалению. Красненькие можно убирать смело. Почему иногда кручу призывателей, когда я могу их соединить, я кручу манапом? Потому что вместо двух плохих призывателей может выпасть Арлекин. И мы скопируем Арлекина и получим Оракула. Это на самом деле максимально правильно. И если вы видите, что Оракул вам не выпал. Здесь на самом деле я не могу нажать. А вот сейчас могу. Вот. Раз. Опять не выпал. Ну и хрен на него. Так, третье. Еще четверочку сделаем.
здесь скопирую робота, хотя мог скопировать, блин, по-нормальному призыва. Ну вот, хорошо. Дальше, 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 дальше. Делаем пятым вот этого. И все чисто. До сих пор все чисто. Вот урон, урон, урон. Все идет максимально неплохо. То есть на этой неделе можно даже постараться сделать прям что-то очень интересное. Потому что в любом случае от мини-боссов и боссов у нас чистится робот. А если робота прям не засирать, глаза нам сбивать никто не будет, то мы должны прям хорошо подамажить. Блин, пятерочку нам забирает, да? А, мы можем соединить мечи и получить четвертую дряду. Вот, тем самым почистив стол. 21 стак. Раз, раз, раз. Хорошо, один оракул из всего этого выпадает. Всего лишь один оракул. Пятых соединю. Пятый орликин. Мы можем сделать туда робота, но также мы можем найти пятую дряду каким-то прям чудеснейшим образом. Давайте пытаться. Одна четверочка есть. Троечка есть. И сейчас надо просто аккуратно получить. Блин! А если так? Вот оно. Хорошо. Хорошо. Опять освободили стол. Призыв 1000. А стол как бы, ну, реально чистый. Потому что все лишнее мы отдаем куда не надо. Так. Это сюда. Покрутим. Отлично. Соединил двоих между собой. Так делать не надо было. Давайте еще одного четвертого сделаем. Это с этим. Четвертых. И еще один шестой. Понижает призыватели. Я это дело крутану. 17 у нас оракулов, 25 роботов. Главное 30-ку доделать, чтобы пошел прям навал. После 30-ки оно не так сильно будет увеличиваться, чтобы прям было заметно. Я думаю, потихоньку можно соединять все остальное. Так, так. Сюда. Здесь что? Здесь можно пробужденный начинать скипать. Прям смело. У нас 4, 1, 2, 3, 4 робота на 10 глазах. Один, ну один там тоже скоро их получит, я прям не сомневаюсь. Так, это нахрен отсюда. Покрутить. Меч убрать, пятый робот. Куда тебя, дружище, потом девать, скажи, пожалуйста. Первых убираем. Начинается легкое смятение и непонимание того, что уже соединять. Хотя вот оно, раз, два. Пятый меч понижает шестого, хорошо, спасибо. Крутим призывателя перед боссом. И урон как бы без зипса есть. Хороший урон. Который мы потом еще увеличим. Вот, все, 30 стаков. Теперь братки должны наваливать сильнее. Я в них прям верю. Вот, да. Перед следующими нажимать я не буду. Я буду надеяться, что трибунал меня понизит. Тем самым облегчив мне дальнейшую прокачку. Покрутили. И начинается какая-то вообще каша. Каша на столе. Мне это нравится. Так, четверочка, хорошо. Плюс глаза. Так, сюда. Это мы продлили перед боссами. И посмотрим, как сейчас без зевса будут убиваться 18 миллионов. Под активным призывом. Нормально. То есть это даже лучше, чем я, наверное, планировал. Хочется скипнуть вот так. Лучше бы я так не скипал. Потому что пятый и шестой меч — это как бы тефтиме. Теперь надо стабильно искать мне пятую дриаду, чтобы скипнуть просто этот меч ненужный. Это сюда. Это есть у нас. И поехали. Четвертое. Хорошо, дай что-нибудь покрутить.
первый, третья дриада. Есть, есть контакт. Хорошо. Седьмой призыв. Страшно представить, что там может быть. Так, ну вот знаменосец в конце вышел. Немножко волна увеличится по хпшечке из-за этого. Так, оракулов. Ну да, урон хороший, но все равно не хватает. Шестой меч. Шестой меч, шестой меч. Ладно, скипнем потом, я думаю, не проблема. Главное доделывать стаки призыва. Стаки призыва, это, наверное, самое главное, что мы можем делать. Вместе с роботом, параллельно с роботом. Так, можно начинать крутить это сюда. И делать высокого. Высокого меча. На следующего трибунала я уже нажму зевца, потому что у меня 4 пятых. И, возможно, этого просто потом не хватит. Так. 3, 5. Пятая дриада потом найдется. Ну, я, по крайней мере, в это всей душой своей верю. 24 стака призыва. И давайте смотреть. Я нажимаю зевса. Пацаны еще подкачались. Вот, вот. Я об этом говорил. То есть вот это уже хорошо. Вот здесь уже прям... Все, все должно получиться. Don't worry, братья. Я все контролирую. Я думал об этом. Я очень долго думал об этом. Как это реализовать? И вот с призывом как будто бы это и должно получиться. Крутим. Соединяем. Раз, раз, раз. Раз. Что тут у нас? Роботы уходят. Здесь тоже уходят роботы. Здесь уходят мечи. И отлично. Представляете, да? Какая руина от игры. Просто как игра заруинила. И еще и понижает его. Она дала просто золотую дриаду. Вот в тот момент, когда она мне прям совсем там не нужна была. Я бы сейчас мог просто убирать эти бесполезные мечи. И, возможно, получить там Т7. Да условный меч. Нет, меч мне не надо. Робота, призывателя, Орликина, кого угодно. Так, пошел вирус. Поэтому соединяем мечи. Они должны будут почистить всю эту волну. Хорошо, хорошо, да, есть. Пережили. Так, так, так. Тоже туда. Блин, как-то оно странновато все. Хлюпает. Соединяем. Есть у нас робот. Соединяем это, крутим. Пятый арлик, пятый арлик. 25 призывов, 47 стаков. Понеслась. Лампочки есть, даем скорости. И под скоростью новая. Опа. Неожиданно. Один почистился, спасибо тебе за это. Это мы убиваем. И неплохо. Неплохо. Только третий меч здесь мне не нужен был. Но вот это подойдет. Вот это подойдет. И скажи, что... Не, не, друзья, не-не-не. В этот раз нам сказали, что... Что ничего не произойдет. Перезвоните, пожалуйста, попозже. Это как бы фатальная, да? Седьмая дриада. Как будто бы она там и не надо. Но она там есть. Так, хорошо, подчищаем и волну. Да, в моменте как-то сложновато идет. Но потом оно становится легче. Третье. Соединим вот так. Понеслась. Хорошо. Мы быстрее даже убиваем светлого инка. Ну, почти там наравне. Оп, перекручиваем. Соединяем. Дальше что? Что между собой еще соединить? Очень хочется чего-то посоединять еще. Так. Это нахрен сюда. Сюда. И я надеюсь, после переворота там будет... Так, так. Что-то как-то... Как-то грустно. Хотя два колдуна пудинг, мы это в любом случае убьем. Главное, чтобы роботы просто стояли. За всех. За меня, за вас.
Знаменосец начинает уходить. Что ты делаешь? Так, ну более-менее, но надо больше. Вся проблема в том, что у нас мало призывов. У нас очень мало призывов, нам надо их побольше накопить. Ладно, времени нет, все печально. Так, 2, 3, есть, есть. 4, 5. Соединяем, чтобы просто почистить место. И еще одну пятерочку можем собрать, также почистимся. Главное это находить призывов и прокручивать. Прокручивать. Урон идет, более-менее они умирают. Это хорошо, это главное. Остальное место мы прочищаем. И здесь надо нажимать. Надо срочно нажимать было. Я думаю, мы бы это не убили. Возможно, как-то оно опять забагалось. Боссы не страшные, поэтому мы должны пережить. Мне кажется, просто урон в моменте пропал. Потому что сейчас он просто, посмотрите, какой огромный. Ну, сейчас закончится Зевс, да, вот, все, это урон без Зевса. Но даже без Зевса она умирает прям очень хорошо. Напишешь потом. Так, треть, ой-ой-ой. Это значит, что мы доделываем еще одного седьмого. И у нас все еще чистый стол. И у нас 36 стаков призыва, мы все это дело можем подкручивать. Да, так можно играть, но при таком раскладе, наверное, можно было и русалку, и гаечку взять. Просто почему-то в Зипсе... Опа. Не, слушай, уже не надо золотых. Зачем ты ее даешь? Опа. О, есть лампочка. Активируем лампочку в конце. Первый пудинг, второй ассасин... Ой-ой-ой, это ошибка, это ошибка. Быстрее, мне кажется, ассасин ударит. Кого? Ой, сильного, ребят. Сильного ударит. Очень сильного ударил. Что делать? Что делать? Мы потеряли одного бойца. Мы потеряли одного бойца на точке, но я думаю, это не должно быть проблемой. Восстановим его в другом месте. Правильно? Так. Так. Вратухи. Добьем. Я уверен, я уверен. Я знал. Я знал, но я застапался. Надо растакивать. Срочно. Подкачиваем. Мана есть, но не так много. Активируем призывателя. Понижает братуху. Еще есть призыватель. Прожимаем. И ну неплохо, ну неплохо, но если пудинг идет первым, это, конечно, страшно, потому что тяжело убивать пудинга. Пудинга очень тяжело убивать. Но если без пудинга, то нормально. Хорошо, пятый робот в точку упал. Хорош. Лучше. Только можно было нажимать еще раз зипса, я немножечко затупил в моменте в этом. 64 стака уже. Почти доделали 80. Без мима. Этих братух я, наверное, тоже уберу. 41-й, 42-й. Хорошо. И призывателя нет. Дали урона. Скорости. Ребята. А баг 67. Это очередной баг. Урон был абсолютно другим. То есть я не знаю, почему именно сейчас он пропал. Я обязательно это пересмотрю. Возможно, я не попал по Зевсу просто. Не говорите, что я не попал по Зевсу. Я просто пытаюсь вспомнить. Я надеюсь, что... Пожалуйста, ну пускай это будет баг. Я так не хочу, чтобы это так и было. Я что, серьезно не попал в Зевса? Я, конечно, на монтаже это увижу. Почему именно так произошло. Но на всякий случай напишите в комментарии. Почему пропал урон и нажимал ли я Зевса.
Потому что, по-моему, я тыкнул очевидно. Либо у меня уже шиза. Ну, 31Б... он стоял хорошо, он бы простоял еще дальше с призывом. То есть там места на столе было куча. Можно было убирать того робота, этого робота убирать. Прям все можно было нахрен убирать, и он бы стоял. То есть, когда такая неделя, и он чистится, можно прикольно им играть. Но с призывом. С ловчим оно так не получится, потому что вам помимо роботов надо держать на столе ловчих. А когда вы играете с призывом, вам призыва не надо держать. Вы просто лупитесь на роботе, чистите весь стол и апаете тех, кого вам надо. И за счет дриады, ну, как бы, мимо нету, и вы не чувствуете вот того, что вам не хватает стаков. Они делаются просто медленнее. А из-за того, что вы чистите стол, вы можете прям контролировать всю ситуацию. Но я не проконтролировал. Не знаю. Ебанько, вот. Поэтому в комментариях жду ваши отзывы по данной игре. И по данной неделе, кто вообще играл, может быть, роботом на ней. Потому что я первый раз вот попробовал, и мне понравилось. Все, друзья, огромное спасибо за просмотр. Поставьте лайк, подписочку на канал. Всем, кто использует кодовое слово, огромное спасибо, друзья. Люблю вас всех, в принципе, кто у меня есть, да? И увидимся в следующих видео.